Накануне 1 мая в Севастополе было подписано региональное трехстороннее соглашение между правительством города, Севастопольским объединением организаций профсоюзов и региональным объединением работодателей с целью максимально защитить социально-экономические интересы трудящихся. Документ насчитывает 164 пункта и содержит 5 приложений. В них устанавливается перечень доплат и надбавок, должностным окладам и тарифным ставкам. Стороны договорились, что документ ляжет в основу городских отраслевых соглашений, а также коллективных договоров в организациях, осуществляющих свою деятельность в Севастополе. По мнению сторон, непростые переговоры, длившиеся несколько месяцев, прошли не напрасно. Подписанный 29 апреля документ можно считать действенным механизмом социальной защиты работающих севастопольцев. Я хочу, уважаемые коллеги, сегодня высказать слова благодарности в том, что мы сегодня не противостоим друг другу, как это было в самом начале, когда мы первый раз встретились, а работаем конструктивно и работаем на благо наших граждан. И сегодня не прошло и 2 года, да, как мы все-таки пришли к этому трехстороннему, региональному трехстороннему соглашению. Профсоюзы удовлетворены тем, что, несмотря на определенное противодействие в ходе переговоров, им удалось отстоять базовые принципы в вопросах занятости, оплаты и охраны труда. Фактически переговоры были сложные, длительные и очень непростые. Но вот на сегодня можно констатировать тот факт, что то соглашение, которое мы сегодня подпишем, оно даст реальный механизм защиты трудящихся города Севастополя. Мы договорились с работодателями, что будет проводиться индексация заработной платы во внебюджетном секторе в соответствии с размером, который будет предусмотрен коллективным договором. Мы предусмотрели ограничение сокращения работающих граждан не больше 10% от списочной численности в течение календарного года. Это защитит севастопольцев, сохранит рабочие места. Трехстороннее соглашение подписали губернатор Севастополя Сергей Иванович Меняйло, председатель Севастопольского объединения профсоюзов Елена Вячеславовна Калуженко и председатель регионального объединения работодателей Севастопольский союз промышленников и предпринимателей Вячеслав Иванович Горбатов.